Ай, ты моя золотая. А это наша Спарти. Сегодня мы делаем последнюю капельницу. Да, девочка моя? Ты моя красавичка, мамина. Все, сегодня делаем последнюю капельницу. Она себя чувствует уже хорошо. Все, да? Все, мое солнышко. Все, ребята, вот такой наш ребенок. Эти дни были очень тяжелыми. Но малышка идет на поправку. Все, сегодня последняя капельница. И вечером еще... А, нет, вечером еще одна, и мы снимаем катетер. Все, сегодня последний день на капельницах. Все, и то последняя вечерняя капельница будет чисто уже для подстраховки, чтобы полностью у ребенка там немножечко все вымылось. Все, малышка. А то девочка была очень сильно отравлена, очень сильно. И энтерит был очень тяжелый, запущенный. Никто не верил, что девчушка выживет, да? Никто не верил. А мы выжили, мы назло всем выжили. Такая ребенок красивый, такая девочка у нас хорошая, Спарти. Вот такая малышка Спарти у нас есть, да, детка? Мамина. Покажи, как ты стоишь. Покажи, вставай. Покажи, как ты у меня стоишь, моя девочка. Ой, такое мое солнышко. Вот мы умеем стоять. У нас ничего не сломано. Мы просто были тяжело больны и обезвожены. Истощены. Да, солнышко мое? Вот так.